Эй. И как я тебе сейчас? Милашка. О, починила? Контакт отошел. У антенны. Они побывали в школе. Что ж. Этот парень, Оуэн, взял и исчез. Может, его нашел Томми? Может. А о ней что? Ничего. Отряд Ромео, направляйтесь в зону 2. Повторяю, направляйтесь в зону 2. Прием. Вот. Номера. Это зоны. Та телестанция 6. Из зоны 2 много передают. Видимо, у них там база. Так легче. Слушай. Зря мы так. Вчера. Да. Пострадавшие в зоне 14. Свободные отряды. Ответьте. Прием. 13-я на связи. От Рафима поблизости. Сколько там шрамов? Прием. Это не шрамы. А вооруженный мужчина. Чужак. Вооруженный мужчина? Томми, где 14? Я не совсем уверена. Ну, попробуй. Ну, раз это 7, а 12 вот тут. Наверное, где-то в этом районе. Хиллкрест. Ясно. Дина. Да. Слабачка. Эй. Я пойду. А ты будешь слушать, да? Да, ладно. Стой. Дай руку. Это на удачу. Я в нее не верю. Я верю. Значит, Хиллкрест. Мне точно сюда? Совершенно точно. Это наверняка Томми. Черт. Как туда добраться? Черт. Этих гадов тут слишком много. Держись, Томми. Это тупость. Мы должны продвигаться. Удерживаем периметр, пока других приказов не будет. Смотрим в оба. Вдруг он здесь пойдет. Там кто-то есть. Черт. Зараженные? Давай-ка зайдем. Так, девочка, найди его. Думаешь, он связан с той девчонкой из школы? Наверняка. Не бывает таких совпадений.
большими понятно, как воевать. А эти одиночки могут прятаться где угодно. Всех найдем. Найдем его и домой. Магазины. Я не хочу рисковать. Хорошо. У меня что-то есть. Пойду гляну. Какие же суки. Никто не слышал. Получилось.
Что это? О, черт. Твоя работа, Томми. Собаки что-то учуяли ниже по склону. Кажется, он там. Не может быть. Он здесь. И только что разнес наш грузовик. Точно? Да, 100%. Расстрелять... Что? Я что-то слышал. Выполняем. Давай, песик. Мы ничего не нашли. Идем, мой хороший. Что? У нас что-то есть. Посмотрим, что там. Давай, песик. Ищи. Где этот придурок? Ну что? Он должен быть где-то здесь. Как найдем, надо натравить на него собак. Нет!
бежим! Зачем сюда стянули столько отрядов ради одного чужака? Из-за того, что было в школе и на телестанции. Я думала, это храбрый. Возможно, эти чужаки с ними заодно. Смотреть в оба. Видишь что-нибудь? Ничего! Да нет, не он это. Может, зараженный? А если он не один? Только этого не хватало. Ты что здесь делаешь? Думала, я тебя одну отпущу. Джесси. А где Дина? В безопасности. Приболела. И чем приболела? Она в порядке. Рассредоточиться, она прошла здесь. Черт, как их много-то. Тебе сильно досталось? Все нормально. Те твои друзья напали. Вообще без предупреждения. Ты же не пошел туда один? Давай только без лекций. Ты сам-то понимаешь, что ты просто кретин. Конечно. Видишь грузовик? Это твой план? Нам нужно оторваться. Ладно. Готово? Да. Эй, надо действовать по-уму. Да. Ну и кого мы тут ищем? Нарушитель. Я займусь тем, что слева. Что опять? Нам нужно больше дозорных у стен. Меня в этом убеждать не надо. Может, проверим тот дом? Ага. Эй, есть что-нибудь? Ты где? Лора! Ты что, ранена? Полегче, полегче. Я пытаюсь!
Боже! Берегись! По колесам! Не дайте им уйти! Держись! Жми! Жми! Восходно. Ладно, кажется, здесь никого. Ну, вставай. Спасибо. Сюда. Ага. Дина! Привет. Боже мой. Джесси? Да, Дина. О, привет. Ты как? Вздремну и буду в порядке. Давайте зайдем внутрь. Ты права. Идем. Тихо. Как Мария не заметила? Я проскользнул. Проблемы друзей – мои проблемы. Ага. Слышал, ты заболела? Просто с желудком что-то. Ладно, давай устроим тебя. Нет. Это не обязательно. Ой, заткнись. Давно ты уехала с Джексона? Через день после тебя, но попал в снежную бурю в Орегоне. Чтобы нагнать вас, шел 2 недели по 18 часов в день. Да? Хватит тут заливать. Он уснул. Эй, давай я. Он хороший. Угу. Ты не сказала ему? Думаю, рано. Ну вот. А тут что? Есть новости?
Вообще-то да. Эбби? Нет. Это Нора. Ее отряд пошел к больнице. Искать медикаменты, вроде бы. Вот к этой? Да. Что, ты пойдешь сейчас? Это же зацепка. Ну, хоть подожди, пока Джесси проснется. Она может уйти. Элли. Мы знаем, где она. Вдруг и Томми знает. Что? Ничего. Ага. Можешь запереть за мной дверь? Да. Ага. Трасса номер 5 должна вывести меня к больнице. Трасса номер 5. Разыщу Нору и выпытаю у нее, где Эбби. Легкотня. Ну, вперед. Надо как-то пробраться. Ладно, вперед. Номер 5. Все правильно.
Никак. Поймал ее! Мы не вернемся, понятно? Отпусти меня! Порядок. Черт! Проклятие! Теперь твоя очередь! Мы не вернемся! Господи, вы больные, что ли? Надо быть осторожней. Больница. А, черт. Надо туда попасть. Молодец, Элли.
Ладно. Вот эта больница. Черт. Я думала, я ближе.